крае идут сильнейшие морозы. По прогнозу синоптиков, максимальные холода ожидаются сразу после Крещения на ближайших выходных. Температура будет постепенно падать в течение этой недели. Во вторник и среду в Красноярске столбики термометров не опустятся ниже отметки 25 градусов. При этом будет дуть ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночь на Крещение ожидается метель. Самыми морозными станут суббота и воскресенье. В Красноярске обещают минус 40. На окраинах города и в окрестных поселках возможно минус 43. А на Таймыре вообще будет за 50. По крайней мере, я думаю, что еще и в понедельник эта ситуация будет сохраняться. Холодной, морозной погодой. Штилевые условия, инверсионное распределение температуры. Поэтому у Земли будет очень холодно. А потом потепление, циркуляция будет меняться постепенно, но не резко.